Всем привет! С вами снова Трибунал, и сегодня мы будем бить новых союзников. Я, в принципе, немножко опоздал, я думаю, с этим видео. Нужно делать его по мере появления новых союзников. Наверное, так в дальнейшем и будет. Вот, появились новые союзники. Сейчас мы соточку раз ударим, да, 10 по 10. И посмотрим новых союзников, также посмотрим, какие у них навыки, посмотрим, стоит их убивать или не стоит, насколько это прям критично. И я думаю, что мы такого плана видео примерно по 50-100 ударов, то есть будем делать каждый раз при появлении новых союзников, вот таких вот. Затягивать не будем, начало у нас 10 ударов с обязательным союзником 5 звезд и выше. В принципе, я вот всем считаю, что как минимум вот этот акционный раз нужно всем ударить. Но о том, нужно ли дальше бить, ну, посмотрим. То есть акционы по-любому нужно, потому что это выгодно. Это реально выгодно, потому что есть вот эти вот... И все, это шестерочка тупо прям с акционного. Окей, ну мы в принципе будем сейчас бить, в конце посмотрим, да? Давайте опять же вот здесь. И в конце потом посмотрим, что у нас получилось. Посмотрим навыки. Так, вот, ну, как и говорится, после шестизвездочного обычно идут парочку промахов. Ну вот, сейчас опять что-то попалось нам. Пятерочка. Пятерочка. Окей. Давайте дальше. Видео будет коротеньким. Я не буду растягивать его. Быстренько так. Раз, два, три. Навыбивали. Еще пятерочка. Две пятерки, одна шестерка. Так, три пятерки. Окей. Дальше бьем. Это за 40, да, по-моему? За 40 ударов три пятерки. Давайте дальше бьем. Что-то не везет. Там, по-моему, еще есть эричка новая. Нам бы ее... Опа, что-то выпало. Нам бы эричку новую выбить, дабы статы посмотреть. Не понял. А, это Кугуры Сагур. Сакурай новая. Окей. Так, что у нас там? 30 ударов осталось. Нам бы эричку новую выбить. Нам нужно статы посмотреть. Так, это нас не интересно. Видно, эрички не будет. Ну или мы можем ударить пару раз за камни, что ли. Дабы посмотреть. Так, это все старые повторки. В общем, в этот раз не сильно падает на самом-то деле. Да, автопокупка, чё? Что, мы не можем себе позволить или что? Можем. А вот и эричка. Так, всех новых выбили. Угу. За 100 ударов. Отлично. Это меня прям устраивает. То есть мы сделали 100 ударов, выбили всех. Сейчас будем их смотреть. Значит, новая эричка. Что у нее по скиллам? Так, на розы 3 метра, 5 врагам, наносит урон. Так, и уменьшает откат, замораживает откат противников на 2 секунды. Ну, так себе. А здесь что? Обычный стандартный экс. И это что у нас? Сокращение перезарядки. Сокращение, в общем, в принципе, ненужный стат. Ненужные скиллы, то есть она не идет в ряд. Дальше что у нас? Так, наносит 17 метров 5 врагам физический урон, а также повышает урон от крита на 5%. Это неплохо. А что у нас будет давать прорыв? Увеличивает? Да, на 10. Лу имеет смысл. Его нужно качать. Почему? Потому что он пойдет в замену Колет Шимигену. Ну, у него тоже идет крит, да. Мне кажется, что вот Лушка его заменит. При прорыве здесь у нас будет сразу же 10. Нужно посмотреть на следующие проточки. Давайте разделим то, что у нас выбрать, все разделить. Повторки, да. И мы Лу прорывчик сделаем и посмотрим,
что у нас следующий прорыв. Следующий прорыв тоже дает. Я думаю, если... То есть оно будет 15 и 20. 20% в конечном итоге будет на Лу. В принципе, я считаю, что это хорошо. Вот Лу нужно выбивать всем дамагерам по-любому. Он пойдет в замену. В принципе, неплохо. Так, а там у нас еще Кагу... Вот. Кагуры. Ну, в принципе, ее нет смысла. Это пятизвездочная смотреть. Ну, посмотрим. Так, пляс с союзником поблизости. Ага. Увеличивая с союзником поблизости. Ну, это, в принципе, типа всем... Всем атаку увеличивает. Двойную. То есть, это маг-атаку, физ-атаку. Интересно, кстати. Интересно увидеть, что она при прокачке даст. Ну, давайте мы немножко ее качнем, сейчас посмотрим. Сколько здесь будет. Ну, 2000 атаки всем. Ну, в принципе, если ничего хуже, хотя, да. Если ничего лучше нет, то как баф на пати в каких-то замесах, в принципе, неплохо. Если нечего поставить другого. Ну, и себе атаку дает. Ну, такое. Ну, не особо прям, чтоб круто, но если там еще накидать на нее вещей и тому подобного, и оно здесь на атаку. Если бы еще был чи на мото, то, в принципе, еще бы атака выросла. Союзниках, то есть можно было бы, можно бустануть, на самом-то деле, можно бустануть и будет баф на пати, интересно. В общем, таких три союзничка, мы их выбили, я думаю, что мы будем стараться каждый раз при появлении новых союзников делать что-то подобное, и чтобы посмотреть навыки и понять, нужно, не нужно, но с этого раза я вот считаю, что Лу нужно выбивать, его нужно выбивать, и его нужно прокачивать, и он будет давать вам криты. Это, в принципе, очень хорошо. На 10 секунд крит пауэр. Урон от крита. Вот. Так, вот как-то так, в принципе. Вот. И я думаю, что все по этому видео. Видео коротенькое сделали. Всем спасибо, всем пока. Пишите ваши комментарии, пожелания, куда тратить камни, какие видео еще для вас снять. До новых встреч. Пока.